Всем доброго утречка. Это у нас вторая часть с вами по стрижке сосны Неваки. Сейчас я взял проволочку. Проволочку, ребят, я беру. Во-первых, она должна быть плотной. Во-вторых, она прорезиненная. В-третьих, она должна тяжело сгибаться. Почему? Потому что если возьмете мягкую, ну, этой мягкой вы ничего не сделаете. Поэтому обязательно такую плотненькую. Так, что я сделал? Я все чуть-чуть подмотал, расправил немного крылья в разные стороны, немножко эту в бок увел. Этот побег мы с вами будем поднимать вверх. Я хочу его сделать конкурентом, чтобы они, вот эти два побега, стояли в разные стороны. Сейчас я ее немножко подогнул. Оп. И получается вот так. И в будущем они будут два конкурента. Я думаю, будет очень смотреться очень неплохо. Здесь я маленький пораздваивал. Вот здесь у нас будет одно раздвоение. И вот здесь одно будет раздвоение. То есть один побег мы направим в одну сторону, другой побег в другую. Эти побеги я опустил вниз, чтобы они смотрели, уходили в сторону. Ну, вот эту малютку я не убирал. Посмотрим, что она будет в будущем чуть-чуть. Ну, как-то так. Ну, и здесь все смотрят в разные стороны. Как-то так получилось. Все, в этом году мы еще с вами ее прищипнем, чтобы она немножко уплотнилась. И, я думаю, будет очень интересно. Как-то так вышло. Если будут вопросы, пишите. Потихонечку будем с вами их разбирать. И будем наблюдать вместе. Опять же, говорю, не спешите. Спешка нам не нужна в нашем с вами деле. Так что, как-то так. Всем хорошего дня. Все будет хорошо.